Доброе время суток. Я приветствую тех, кто уже находится у мониторов своих компьютеров. Сегодня у нас четверг, время 19 часов 6 минут по московскому времени. И мы начинаем наш традиционный интернет-тренинг. У нас сегодня действительно не просто тренинг, а специальный тренинг, потому что у нас сегодня замечательные спикеры. И я очень признателен, что сегодня первую тему проведет врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, эксперт-диетолог российского телевидения, платиновый директор компании «Wellness» Ольга Хризантемовна Перевалова. Это человек, который великолепно знает индустрию здорового питания. Она прекрасно разбирается в том, как важно для каждого человека, а сегодня мы будем говорить именно о мужском здоровье, правильно сбалансированное питание для долголетия, для активности. Поэтому помогите мне поприветствовать первого спикера. Вторая тема у нас посвящена бизнесу, и мы сегодня еще раз поговорим о том, что нужно сделать для новых людей и для тех людей, которые уже достаточно давно в этом бизнесе, для того, чтобы стать успешными. Итак, я еще раз всех приветствую и с огромным удовольствием микрофон первому спикеру в Москву. Ольге Хризантемовне Переваловой. Ольга Хризантемовна, пожалуйста, ваш микрофон. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас в нашей интернет-комнате в очередной раз. И счастлива, что мы сможем с вами сегодня обсудить, на мой взгляд, очень важную тему – мужское здоровье. Мы как-то все мало говорим о мужчинах, а напрасно. Мужчины в нашей жизни очень важную роль занимают. Это наши мужья, отцы, дети, мальчики, сыновья, братья и так далее. У меня, например, в семье моей сейчас 7 мужчин вокруг меня. И я вот одна. И я всегда всем им покупаю наши программы. И очень люблю эту тему, потому что я знаю точно, что если я останусь одна, и вокруг меня не будет мужчин, мне будет грустно, скучно, очень горестно как-то, не на кого положиться, не на кого опереться. Я не буду чувствовать поддержки и вот той самой стены замечательной, которой каждая женщина мечтает. Поэтому я считаю, что без мужчин жить невозможно. И моя задача им помочь быть всегда здоровыми, иметь отличную форму, спортивную в том числе. И все это приведет к тому, что я от них получу больше внимания, ласки, заботы, любви. Посему моя сегодняшняя презентация посвящена прежде всего моим близким мужчинам и всем мужчинам, которые слушают наш сегодняшний вебинар, и тем вашим мужчинам, уважаемые женщины, которые живут с вами. Поэтому давайте сегодня поговорим о мужском здоровье, о том, как помочь нашим близким мужчинам быть лучше, красивее, здоровее и спортивнее. Я начну со статистики. Вот посмотрите, какова статистика по смертности. Вот печальный такой у меня сегодня старт в начале, но я надеюсь, потом будет веселее. Мы поговорим о том, что в России мужчины живут очень мало. Смотрите, в 30-44 года это расцвет мужской жизни – на самом деле, а на 100 тысяч населения в России умирает достаточно много людей, почти 1000 человек. Это очень много. Если, например, сравнивать с ЕС, то там будет чуть больше 350. А у нас продолжает расти это, к сожалению, показатель. И это очень печальный, грустный факт. Поэтому наша задача успеть донести ту информацию, что вы сегодня услышите, до наших мужчин, и сделать все возможное, чтобы смертность мужская была как можно меньше. А вот продолжительность жизни мужского населения, это на данные 2013 года по нашей стране, вот такая тоже очень неутешительная. Смотрите, максимальная цифра продолжительности жизни 64-69 лет наблюдается в очень ограниченном количестве регионов нашей страны. Это север Урала и Кавказ. Вот все остальные регионы имеют продолжительность жизни, к сожалению, ниже. А многие регионы, во многих регионах мужчины вообще живут в среднем. Это значит, половина умирает раньше, 54-58 лет. Вот мне на сегодня 58 лет, да, я так с ужасом себе представила, что я должна по статистике вот умереть. Но я не мужчина, к счастью, я женщина, но я не завидую мужчинам, которые в этом роскошном возрасте находятся, и только потому, что статистически каждый второй из них уже, что называется, на том свете.
Это ужасно. Поэтому я думаю, что наш святой долг помочь нашим мужчинам разобраться, в том числе в питании, которое имеет к этому показателю продолжительности жизни и смертности самое прямое отношение. Ну, начнем с того, что наши мужчины, у них немножко по-другому психология устроена, чем у женщин. Они всегда в шоколаде, у них всегда все замечательно, они никогда не признаются, что у них что-то где-то болит. А если признаются, то нас, женщина, внутренне напрягает. Как-то нам не очень нравится, когда мужчины жалуются. И они это знают, поэтому не жалуются. И, что называется, умирают стоя, как деревья в лесу. Так вот, если говорить о питательном дефиците, который развивается в жизни каждого человека, то после 25 лет усвоение питательных элементов из пищи каждый год снижается примерно на 1-2%. Это приводит к тому, что к 50 годам у относительно здоровых людей от юношеского возраста это всего-навсего 40-50%. То есть 50% питательных элементов перестают усваиваться. Это надо помнить всем. То есть есть надо либо больше еды в принципе, а это грозит ожирением, либо еды меньше, но самый лучший по качеству, соответственно, дорогой. Вот если говорить о том, что мы можем предложить в альтернативе в этом случае, то, конечно, продукты функционального питания занимают все большее место вот, на всех конгрессах диетологов и специалистов по спорту, фитнесу. Вот в вопросе о том, как надо сбалансировать рацион мужчин, так скажем, старше 40 лет, даже раньше. Потому что если смертность начинают считать от 30 до 44, то фактически с возраста Иисуса Христа любой мужчина должен задуматься о том, как изменить свой рацион в связи с тем, что он старше становится и стареет, чтобы исключить из него вредные компоненты пищи и ввести полезные. Так вот, сбалансированное питание разработано специальными учеными для того, чтобы, что называется, решить радикально, просто и дешево этот вопрос. Вот, например, мы с вами работаем в компании, которая производит на сегодня лучшее сбалансированное питание. Это признано учеными, и в том числе нашей страны, и выданы под это питание сертификаты самого высокого уровня, антидопинговые протоколы. И это очень актуально для наших мужчин. Коктейли функционального питания разработаны специально для мужчин и женщин с учетом специфических особенностей их организма и предлагают быструю и простую программу снижения веса, комплексы витаминов и минералов, запатентованные Wellness Pro. Эти коктейли способствуют укреплению мышц и сокращению жировых отложений, предотвращают преждевременное старение и уменьшают возрастные проявления. К этому коктейлю рекомендуется дополнительно используют витаминно-минеральные комплексы, которые содержат 25 компонентов, из них 14 витаминов, остальное микро- и макронутриенты. Они учитывают индивидуальные особенности физиологии мужского и женского организма. Есть мужские линии, есть женские. Синенькие – это как раз для мужчин. Они восполняют недостаток жизненно важных витаминов, минералов и антиоксидантов. Говорим о жизненных проблемах, у кого их нет. Сейчас наступают времена осенней депрессии, и в связи с этим очень у многих людей часто обостряются всевозможные заболевания. И практически во всех случаях эти все явления можно предотвратить с помощью изменений в нашем питании. Например, часто многие люди жалуются на то, что с возрастом у них ухудшается память, умственная работоспособность. И во многом это зависит, опять же, от диеты. Например, наш мозг на 60% состоит из жиров. Да, действительно, это самый жирный орган в нашем организме. И это, как ни странно, холестерин. Вот тот самый холестерин, от которого мы пытаемся избавиться. На самом деле в организме производится 80% холестерина, который у нас находится в крови. И только 20% зависит от того, что мы едим. Но мозг наш в основном использует свой холестерин для своей работы. Поэтому актуально в нашем рационе сбалансировать жировой именно компонент нашей пищи для того, чтобы избежать таких серьезных последствий в возрасте старше 50 лет, как болезнь Альцгеймера, паркинсоновскую болезнь,
И это можно тоже сделать с помощью изменений в нашем питании. Есть еще одна очень актуальная тема, о которой как-то раньше мы мало говорили, но сейчас эта тема поднимается все явственнее. У меня на днях было несколько пациентов на приеме, которые мне приносили, так скажем, результаты денситометрии, то есть исследования, так скажем, костной массы организма. То есть оказывается, что к 50 годам примерно 55% женщин и 45% мужчин имеют не просто, что называется, снижение костной массы, что называется остеопении, но уже явление остеопороза. То есть когда разряжается костная ткань и кости становятся хрупкими, в результате, так скажем, любое неудобное какое-то движение может привести к серьезным последствиям. В лучшем случае это будет травма, в худшем случае это переломы, а это очень сильно снижает качество жизни. Поэтому кальциевый обмен, который и у мужчин, кстати, и у женщин формируется примерно в 25-30 годах, а потом только тратится примерно процент в год, это актуальная тема для наших многочисленных лекций перед большинством наших клиентов. Так вот, остеопороз и артриты тоже можно предупредить с помощью изменений в привычках питания. Будем об этом говорить. Сердечно-сосудистые заболевания. Они уносят каждого второго человека, так скажем, из жизни. И структура смертности от сердечно-сосудистых заболеваний вот перед вами. То есть примерно 50% людей, мужчин прежде всего, умирают от осложнений ишемической болезни. То есть это инфаркт. Примерно 35% умирают от инсульта. Это осложнение цереброваскулярных заболеваний, то есть заболеваний сосудов мозга. И другие заболевания сердечно-сосудистые приводят к смерти у каждого седьмого. То есть 15%. Так вот, самое интересное, что если правильно научить человека питаться после 40 лет с уменьшением в рационе мяса, продуктов животного происхождения, имеющих плохой холестерин, уменьшить количество сахаров, соли, и научить человека дробно часто питаться, а также заниматься фитнесом, то вот эти цифры смертности будут сильно снижены. Это, кстати, делают очень многие цивилизованные страны, и наш ближайший сосед, например, Финляндия, добилась в этом вопросе больших результатов. За каких-то несколько, так скажем, пятилеток они умудрились снизить процент заболевания атеросклерозом и смертности от него на 30%, и у мужчин прежде всего, путем того, что они обучили население привычкам правильного питания. Если говорить о том, что мы можем вам предложить внутри нашей программы, то это, конечно, омега-ультра. Это очень современная формула для защиты и поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Это комплекс, так скажем, жирных кислот, в основе которой омега-3 жирные кислоты, которых в этой формуле, в каждой капсуле 1000 мг. Это очень хорошая доза для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. И если иметь эту формулу нон-стоп долго, то есть банка закончилась, следующий открываем, в течение многих месяцев и лет, то при помощи этой формулы мы можем очень хорошо скорректировать жировой обмен, улучшить состояние сосудистой стенки, снизить содержание холестерина, поддержать уровень триглицеридов в крови, который, кстати, обслуживает фитнес и спорт, и улучшить микроциркуляцию, что очень важно для всех, кто занимается фитнесом, спортом, кто хочет иметь отличную фигуру, избавиться от целлюлита, это женская тема. Но, кстати, у мужчин в последнее время тоже появились, так скажем, эти проблемы, если они ведут малоактивный образ жизни. Я советую вот эту формулу омега-ультра использовать всегда. Она нужна не только для сердечно-сосудистой системы. Омега используется нашей мышечной и костно-суставной системой для того, чтобы мышцы были эластичными, а связки и сухожилия не подвели нас в тяжелый момент.
и смогли уберечь нас от травматизма, особенно спортивного. Кроме того, омега-ультра используется нашим организмом для поддержания здоровья дисков межпозвоночных. Это актуально всем, поскольку остеохондроз, заболевание очень сильно помолодело, и мы диагностируем сейчас его очень большое количество молодых людей, и особенно стройных и очень худых, потому что люди, которые, так скажем, имеют дефицит веса, у них прежде всего страдает костно-суставная система, и прежде всего у них могут быть переломы, остеопороз, это надо знать всем, у кого есть дефицит веса. Если кто-то из вас меня слышит сейчас, и в вашем окружении есть люди, у которых недостаточно веса, пожалуйста, перешлите им эту презентацию и напомните о том, что этим людям надо обязательно заняться, так скажем, использованием омега-3 формулы вот этой для своего постоянного использования. Поговорим о важном вопросе, о белковом компоненте наших сосудов. Коллаген синтезируется из белка. И сосуды, которые лишены коллагена, они теряют свою эластичность и гладкость. Это причина очень большого количества сердечно-сосудистых заболеваний. Причем питанием можно решить и эту проблему, если начать ей вовремя заниматься. Что еще происходит у мужчин, в том числе после 35-40 лет? Дело в том, что состав тела очень сильно меняется. К этому возрасту примерно 30-60% наших юношеских мышц постепенно атрофируется, за ненадобностью чаще всего. Потому что мы ведем, как правило, сидячий образ жизни. И в том числе 20-40% веса наших юношеских костей тоже атрофируется. Но святое место пусто не бывает. Как правило, уйдя из организма, мышечная масса и костная масса замещаются чем? Тем, что не нужно, то есть жировой массой. То есть в целом организм весит столько же, то есть вес тела остается прежним, но внутри нашего организма происходят вот эти неприятные трансформации. Поэтому если вы просто взвешиваетесь и радуетесь тому, что ваш вес вроде бы не меняется, на самом деле надо помнить о том, что сам по себе вес не информативный показатель. Надо обязательно делать исследование композиционного состава тела, о котором мы попозже поговорим. А пока перед вами сравнительная, так скажем, характеристика состава тела 25-летнего и 40-летнего мужчины. Вот можете посмотреть, как вес костей с 11 килограммов превращается к 40 годам в 8,5. Как вес мышечных тканей меняется с 24 примерно до 18 килограмм. То есть 6 килограмм мышечной массы постепенно исчезает из нашего организма. А вот жировая ткань упорно увеличивается. Причем к этому возрасту она может увеличиваться почти в 2 раза, у некоторых в 3 и в 4. И прирост жира в процентах достигает почти 70. Это ужасные, конечно, цифры, но я в своей практике это наблюдаю практически каждый день. Особенно у мужчин, которые к нам приходят. Они приходят, и в последнее время чаще, что нас радует, диетологов. Поэтому, пожалуйста, возьмитесь за своих мужчин. Обследование организма. С чего надо начинать обычную работу с мужчиной? Конечно, с комплексного обследования. То есть нам необходимо это делать как минимум раз в год после 40. И может быть даже почаще после 50. И это позволяет обнаружить заболевание еще до того момента, как оно разовьется до критической стадии, когда фактически уже мы, диетологи, что называется, бессильны. Если говорить о исследований композиционного состава тела, то есть замечательная технология, которая называется биоимпедансометрия. Вот перед вами портативный способ определения состава тела, который дистрибьюторы Wellness Pro делают периодически во всяких акциях, используя этот метод на улице, на всевозможных конференциях, конгрессах и вообще просто в жизни. На самом деле с этого
метода должен начинать работу любой специалист по фитнесу, велнесу, ну уж не говоря о, так скажем, диетологах и специалистах, которые работают в клиниках, где изучается здоровье человека. Надо сказать, что во всех московских клиниках этот метод сейчас актуально, что называется, продвигается. И не иметь его – это, ну, как бы, недостаток, большой недостаток в работе любого медицинского учреждения. У нас в клинике есть очень хороший прибор, который сканирует, сканер, состав тела и дает очень хорошие нам протоколы, которые позволяют нам судить о составе тела человека буквально за 5 секунд. Теперь будем говорить о том, что мы предлагаем как вариант программы для долгосрочного использования, чтобы получить вот то самое средство макропресса, как шутят многие наши пациенты, клиенты, секрет молодости от Wellness Pro. Вот перед вами обычная программа для снижения веса, а также для поддержания здоровья, которая включает в себя две банки коктейля. На снижение веса идет 3, а на набор мышечной массы 4 банки коктейля. К ним добавляется обязательно омега-3 формула, дальше очистительная формула Defense, я о ней расскажу, блокатор углеводов Двойсластен, и те, кто любит полакомиться, это в основном женщины, хотя и мужчин сейчас тоже много таких появилось. Ну и, конечно, знаменитая мужская формула, о которой я тоже скажу позже. Что дает эта программа? Прежде всего, она помогает контролировать калорийность рациона. То есть она, входя в наш обычный режим питания, помогает нам сэкономить 500-700 килокалорий. То есть это как раз те 30-50 граммов жира, которые могут уходить из нашего тела каждый день, если эта программа используется по той схеме, о которой я скажу позже. Это восполняет дефицит питательных веществ, потому что в этих формулах есть все, что нужно организму в течение дня. Если к этой программе добавить питьевой режим, то есть выпивать в день 10 стаканов качественной щелочной воды, то мы получим хороший эффект лимфодренажа и вывода из организма токсинов, ядов, лишних солей и очень большого количества ненужных, так скажем, остатков от предыдущей нашей программы питания. Эта программа позволяет сформировать здоровые привычки питания. Какие? Первое – это дробное питание. Очень многие люди едят 2 раза, некоторые даже 1, и получается, что вся еда у них приходится на ужин, в который входит и завтрак, и обед, и перекус, и все это вместе взятое после 7 вечера, после чего уже не хочется ничего, кроме как упасть и заснуть. Это очень плохая привычка. Так вот, наша программа требует 5-разового питания, то есть завтрак, обед и полник, то есть завтрак, обед и ужин, и 2 перекуса. Вот такой дробный тип питания – это одна из лучших привычек, которая рекомендуется всеми современными специалистами, и так построены все программы питания с Wellness Pro. Вторая привычка, которая появляется у людей, это привычка пить воду. Потому что эта программа роскошно, совершенно замечательно работает при условии, если вы выпиваете примерно 1,5 литра воды в день. И плюс примерно 1 литр жидкой еды, которую вы в течение дня используете. Сюда входят и супы, и напитки, и кофе, например, чай, если вы их пьете, всевозможные компоты, напитки различные. Это могут быть и молочные продукты и так далее. То есть жидкие, так скажем, продукты питания составляют в целом примерно 800 литр. В целом получается где-то 2,5-3 литра жидкости в общей сложности. И это среднее количество жидкости, которое надо выпивать среднему человеку с весом 70-90 килограмм. Если вес больше 100, то надо прибавить еще жидкости. Имеем в виду, что с потом мы теряем примерно 800 миллилитров, через кишечник мы теряем примерно 600, мы теряем с выдыханием через легкие примерно 400 миллилитров жидкости, и с почками у нас выходит примерно тоже 600-800 миллилитров жидкости. Вот это все надо восполнить через еду и питье. Это никогда не надо забывать. Очень многие пациенты не худеют только потому, что не выполняют это основное условие питьевого режима. Ну и прежде всего это нужно знать всем, кто занимается спортом.
30 миллилитров на килограмм веса – это вот та формула гидратации, которая должна быть параллельно использована в наших программах детоксикации. Для всех программ спортивных, похудательных или при наборе веса. В наших во всех программах обязательно участвует очистительный комплекс. Это прекрасная формула, которую я очень люблю. Я сама ее использую без остановки. Вот 9-й год. Утром две таблетки натощак и вечером. Что дает эта формула? Прежде всего, в ней 25 растений, 2 вида пробиотиков, 5 видов пребиотиков. То есть в одном флаконе, что называется, сложено все, что нужно всем нашим органам, фильтрам, а у нас их 5, это кишечник, почки, печень, легкие, кожа, для того, чтобы очищать себя от всех ненужных, так скажем, запасов, которые каждый человек в течение жизни накапливает. Значит, формула способствует очищению организма от шлаков, нормализует микрофлору в кишечнике, способствует улучшению энергетического баланса в течение дня, избавляет от вздутия живота, способствует здоровому росту волос и ногтей, улучшает состояние кожи. Кстати, состояние кожи – это первое, что отмечают все наши пациенты, которые начинают использовать эту формулу. Например, если у них когда-то были расчесы или какие-то эффекты нейродермита, аллергические реакции, то есть вот первое, что улучшается, это прежде всего состояние кожи. Многие пациенты, кто не использует эту формулу до сих пор, они просто теряют время зря. Я бы даже сказала так, что если вы сомневаетесь в чем-то, начните с этой формулы. И забудьте выпивать в течение дня 1,5 литра самой лучшей качественной щелочной воды, и вы очень быстро увидите результат. Что дает эта программа очищения организма? Активизируются обменные процессы, нормализуется артериальное давление. Это очень актуально для мужчин, у которых есть в роду кто-то среди ближайшего окружения гипертоники. Устраняется проявление пищевой аллергии и непереносимости. Особенно это касается людей, у которых есть глютеновые проблемы. То есть их сейчас достаточно много, таких пациентов. Устраняется синдром хронической усталости, нормализуется сон, повышается работоспособность, улучшается эмоциональное состояние, потенция и качество жизни. Все эти вещи дорого стоят для качества нашей жизни, и мужчины, которые меня слушают, они в этом, так же, как и я, абсолютно убеждены. Как нормализовать вес? Вот в нашей клинике, которая является дистрибьютором Wellness Pro уже давно, примерно 6-й год, мы проводим диагностическое определение причин избыточного веса, составляем индивидуальные программы снижения веса, обязательно проводим очистительные технологии, у нас их много, и обязательно используем программу с продуктами Wellness Pro. Особенно, если эти мужчины хотят или занимаются физическими нагрузками, с учетом, конечно, вида физических упражнений. И, конечно, мы обучаем самостоятельно и правильно составлять каждому человеку программу питания на неделю, на месяц, годы и так далее, и контролировать свой вес в домашних условиях. Для этого надо иметь как минимум биоимпедансные весы дома, домашнего использования. Посмотрите, как выглядит программа снижения веса. Значит, мы сейчас говорим о мужчинах, поэтому я буду говорить о мужчинах. Если у кого-то есть 3, 5, 6 килограмм лишнего веса, то достаточно одномесячной программы, которая включает в себя программу «Быстрый старт», то есть это первые 2 недели. Эта программа состоит из 3 коктейлей очистительной формулы Defense и блокатор углеводов. В этой программе в течение 2 недель исключаются углеводы. Прежде всего быстрые, то есть каши, хлебные, все, макароны, злаковые продукты, это сахар, сладости, сладкие напитки, алкоголь. Вот эти продукты все исключаются. Но разрешается мясо, птица, рыба, например, на обед с овощами, но только не жирные и не жареные продукты. Завтрак и ужин заменяются на коктейль, который делается либо на воде, либо на обезжиренном молоке, например, 0,5-1%. В него можно добавлять растения всевозможные, зелень, расторопшу, ну, все, что имеет отношение к улучшению очищения организма. Утром и вечером по 2 таблетки Дефенса, запивая одним большим стаканом воды маленькими глоточками, и перед одним приемом пищи, допустим, это обед, используется блокатор углеводов, потому что в обеде могут появиться углеводы, вы же не знаете,
точно, с чего состоит ваша еда. Поэтому заблокировать возможное проникновение в эту программу крахмал содержащих углеводов надо при помощи одной таблетки блокатор углеводов, которая принимается обычно за 30-60 минут до этого одного приема пищи из обычной еды. Не забывайте выпивать 1,5 литра воды и примерно литр всевозможных очистительных чаев. И у вас получится в течение быстрого старта, 14 дней, очень хороший детокс, метод очищения своего организма. Потом вы уходите на вторую стадию, которая идет в рекордном темпе. Это может быть месяц, меньше, если у вас там 3-5 килограмм, они могут благополучно вас покинуть за это время. На второй стадии вам разрешается добавить в ваш рацион небольшое количество крахмал содержащей пищи, то есть это могут быть рис, например, или гречка, или небольшое количество картофеля в главном виде, это могут быть овощи крахмал содержащие, какие-то бобовые продукты, это может быть кусочек или два черного хлеба. Короче говоря, это в обеденный прием пищи разрешается использовать для того, чтобы расширить углеводную составляющую. Потому что без углеводов бывает и мужчинам трудно. Они начинают злиться, истерить, а это нам всем не нравится. Но завтрак и ужин мы оставляем в виде коктейля, который делается либо на воде, либо на низкокалорийных молочных, низкожировых молочных продуктов. Если у мужчины имеется много лишнего веса, 15, 20, 30 килограмм и более, то первые этапы идут вот точно так, как я сказала, а третья стадия, финишная прямая, она может быть растянута на несколько месяцев и даже года, и даже полутора лет, столько, сколько нужно, лучше худеть медленно. Но на последних стадиях эта программа выглядит примерно так же, как на второй, но к ней добавляются физические упражнения, ходьба, фитнес, плавание. В общем, любые виды двигательной активности, которые ускоряют процесс сжигания жира. Вот причины обращения мужчин с метаболическим синдромом к урологу выглядят так. Чаще всего мужчина, что называется, абсолютно собой доволен, пока и начались, извините, сексуальные расстройства и появились подозрения на аденому или рак предстательной железы и мочекаменных болезней. Чаще к нам, к диетологам и ко мне, приходят именно с этими жалобами пациенты, имея вот такой большой живот. Кстати, живот у мужчин, вот если сантиметровой ленточкой поверить, он не должен быть больше 92 сантиметров. Поэтому все, кто меня слушает, можете прийти и измерить свой живот вот так, как здесь на этой картинке показано, как надо измерять живот, то есть ниже пупка, на 2 сантиметра. И посмотрите, сколько сантиметров на сегодня составляет объем вашего живота. Если больше, чем 92, принимайте меры. Поговорим об эректильной дисфункции, то есть о мужском здоровье, которое определяется как неспособность достигать или поддерживать эрекцию, достаточную для совершения успешного полового акта, в том числе, если эти расстройства наблюдаются в течение 3 месяцев и более. Мы, диетологи, рекомендуем нашим мужчинам следующие продукты питания для того, чтобы помочь нашим мужчинам замечательно справиться с этой проблемой. Кстати, эта проблема очень актуальна и для молодых мужчин, прежде всего для тех, кто не спит, потому что спать надо с 23 до 3, для того, чтобы вообще, в принципе, не было этих проблем. Сон очень важен для мужчины. В спорте и в армии мужчины всегда в это время спят, и у них нет никаких проблем с мужским здоровьем. Но если у вас другой образ жизни, то обратите внимание, что перед вами список продуктов, которые надо ввести в ваш рацион. Больше овощей и фруктов, сельдерея, цельнозерновых видов хлеба, злаков, бобовых, устрицы, дорогая вещь, но некоторые могут себе позволить. Черная икра, но не больше, чем 1 десертная ложка в день, иначе будет слишком жирно. Витамины группы В, они есть в наших продуктах, витамины в минеральном комплексе в том числе. Пивные дрожжи, это не значит, что надо пиво пить. Пивные дрожжи можно купить в аптеке, они продаются в свободной продаже, стоят недорого, можете себе это позволить. А также сухофрукты, но имейте в виду, что они калорийные, поэтому штучно. То есть 3-4 штучки в день достаточно для того, чтобы получить необходимые питательные нутриенты. И черный или горький шоколад с медом. То есть шоколад от 80 и больше процентов содержания какао является для мужчин лучшим лакомством. Он же является афродизиаком, он же является универсальным антидепрессантом. И если у мужчин тяжелый период жизни –
не стрессует, то носите всегда с собой в вашем кейсе небольшую плиточку горького шоколада и пользуйтесь им почаще, и вы заметите, как вам будет легче жить. Вот если такая проблема существует у вас, у нас в нашей программе мужской есть совершенно замечательный хит продаж, мы его называем. Это мужская формула, называется МПОВА. Она улучшает мужское либидо, сексуальную активность, способствует здоровью предстательной железы, предотвращает развитие аденомы и рака предстательной железы, актуальная тема. И формула эта соединяет в себе лучшие достижения современной и западной и восточной медицины и не имеет побочных эффектов. Это многосочиненная сложная формула, в ней очень много растений, там есть устрицы, там есть эллергенин, то есть по-простому виагра, что называется, это аминокислота, эллергенин. Там есть компоненты, которые улучшают работу мочеполовой системы, нормализуют давление, расширяют сосуды в малом тазу, улучшают приток крови туда. И, кстати, принимая такие таблеточки на ночь, прием этой формулы простой, две таблетки на ночь, нон-стоп, до тех пор, пока не пройдут проблемы, о которых мы сейчас говорим. И, кстати, очень многие мужчины замечают, что после 2-3-4 месяцев использования этой формулы у них не только восстанавливаются проблемы, о которых мы говорим, а также нормализуется артериальное давление, снижается уровень сахара, холестерина в крови, у них повышается умственная и физическая работоспособность, энергетика, они меньше болеют, активны и очень сексапильно выглядят. Посему это хит продаж. Мужчины, то есть женщины, которые меня слушают, обязательно покупайте своим мужчинам эту формулу, дарите на день рождения на 23 февраля. Кстати, вчера был день мужского здоровья. Я сама об этом узнала из программ центрального телевидения. Ну что ж, поздравляем мужчин с их праздником, слава богу, у нас теперь такой есть. Теперь посмотрите о том, как выглядит программа «Спорт и здоровье». Сейчас мы будем говорить о мужчинах, которые занимаются спортом, фитнесом, инструктора, тренеры, спортсмены. То есть есть в Wellness Pro великолепная программа, готовая, вот покупайте, используйте, что называется, все учеными для вас создано, продумано и отработано, доказано многочисленными результатами, о которых я скажу тоже. Так вот, шестиразовое питание в этом случае предлагается. Сама программа выглядит так. Вы покупаете 4 банки мужского коктейля и омега-3, то есть полинасыщенные жирные кислоты в этой баночке. Омега-3, 6 находятся в ней. Как выглядит программа питания? Значит, в ней шестиразовое питание, обратите внимание. Завтрак, обед, полдник, второй полдник и ужин. На завтрак это обычное питание, которое планируется обычно тренером, если вы занимаетесь тренером. Или рекомендации, которые, так скажем, в вашем фитнесе имеются уже. Второй завтрак это коктейль Wellness Pro. 2 мерные ложки на стакан молока, не очень жирного, или воды. К обеду добавляем 2 капсулы омега-3, запиваем полным стаканом воды, едим обед. Обед из 3 блюд. Первое, второе, третье. И можно кусочек хлеба. Полдник – это обычное питание в соответствии с рекомендациями тренера. Второй полдник – это, как правило, бывает после тренировки в течение часа. То есть надо сразу после тренировки выпить стакан сбалансированного питания Wellness Pro или до тренировки, если вы тренируете качество силы, то есть на силу тренируетесь, то есть мышечная масса растет. То есть мы принимаем этот коктейль за 20-40 минут до тренировки и после тренировки в течение 40 минут после окончания тренировки. В этом случае мы добиваемся увеличения объема и качества мышечной массы, а также снижается, так скажем, болевой порог, которые все спортсмены, которые тренируют качество силы, всегда, так сказать, ощущают. То есть мышцы перестают болеть, другими словами. Если во время тренировки вы пьете щелочную воду, то эффект боли в мышцах можно свести практически к нулю. Ну и на ужин это обычное питание в соответствии с рекомендациями тренера. Вот так выглядит программа для спортсменов, тренеров и фитнес-инструкторов. Если посмотреть, из чего состоит
коктейль мужской функционального питания, почему он используется очень большим количеством разных мужчин, в том числе с разных видов спорта, то обратите внимание, что он слабо низкокалорийный, всего 130 килокалорий, причем имеет он очень большую питательную ценность. И прежде всего это 20 грамм белка, причем это 4 протеина из молока и 2 из сои, соотношение 80-20, то есть 80% это протеины молочные. Они относятся к категории быстрых протеинов, то есть быстро всасываются и быстро кормят мышцы, и быстро восстанавливают их, так скажем, работоспособность после тренировки, и быстро приводят к снижению порога, болевого порога, который обычно мужчина отмечает. А медленные протеины, то есть растительного происхождения, соевые, они используются организмом позже и поддерживают рост мышечной массы еще в течение нескольких часов, что актуально для всех, кто занимается вечером фитнесом, потому что худеет обычно мужчина ночью, если использует последний прием пищи, вот этот коктейль, после тренировок особенно. Вот. В этом случае, не получая углеводов и жиров, за счет того, что мы накормили организм белком, происходит хорошее снижение жировой прослойки и рост мышечной массы. В этом коктейле, видите, есть небольшое количество жира, в том числе холестерина. Без него никак, в том числе спортсменам нельзя. Есть углеводная составляющая, он немножко сладенький, но это для того, чтобы не хотелось потом сладостей. Потому что многие отмечают совершенно сумасшедший голод после тренировки и едят сладкое, чего делать не нужно. А в этом коктейле есть специальная, так скажем, запатентованная формула, карбоген она называется, для того, чтобы не использовать сахара. Ну и, конечно, в этой формуле есть пищевые волокна. Они помогают усваиваться этому белку медленно и дают ощущение сытости, а также не вызывают запор. Как известно, белки, если они лишены пищевых волокон, то такое питание часто приводит запор. В этом коктейле достаточно большое количество витаминов, больших хороших процентных концентрациях. Это все необходимое, что нужно мужскому организму в течение дня. А также запатентованные комплексы. Это фермент аминоген растительный, который улучшает усвоение белка. Запатентованный комплекс карбоген, улучшающий усвоение углеводной еды. Кальциевый комплекс. Это 7 источников кальция из 13 необходимых для усвоения кальция. А также запатентованный комплекс квадромаг – это 4 источника магния. Магний нужен для сосудов, для их качественной работы, для того, чтобы они были эластичны, и внутри них не скапливался холестерин, не откладывались бляшки, и наши сосуды могли эффективно отвечать на физические нагрузки. А также запатентованный комплекс источников хрома. Вот хром, пентахром, это 5 источников хрома, нужен для того, чтобы удерживать уровень сахара в крови. Это очень актуально, особенно для спортсменов, потому что им надо иметь тощую массу, то есть минимум жира при хорошем рельефе. И это можно добиться только при том питании, когда в рационе мало крахмалосодержащих углеводов, а также углеводов простых и сладостей. Вот использование этого коктейля в конечном счете приведет к тому, что люди, использующие этот коктейль, перестают желать эти сладкие продукты. И потом удивляются, что такое. Я не хочу тортики, я не хочу белый хлеб, всякие плюшки, булки, пирожные, блины и так далее. Да? Это работа вот этого коктейля в долгую. Поэтому я очень люблю этот продукт. Я совсем перестала есть эти практически продукты, я имею в виду крахмал содержащие, потому что вот коктейль как бы меня от них отвалил. Почему этот коктейль предложен для питания спортсменов? Первым спортсменам рекомендуется много белка. Белок лишний не нужен тоже. Он может приводить к онкологии, к закислению и к огромному количеству болезней. Поэтому в этот продукт вложены углеводные составляющие, которые компенсируют кислотную составляющую, плюс надо много воды пить. И поскольку это в жидком виде протеины используются,
и лучше разводить щелочными продуктами, молоком, молоко щелочной продукт или водой щелочной, то тогда мы обезопасим свой организм от закисления. Дальше, программа предлагает компенсацию недостатка всех витаминов, минералов, полинасыщенных жирных кислот под практически все виды спорта этот коктейль годится. Как базовое питание его используют, так скажем, олимпийские сборные многих видов спорта и сборных США, как летних, так и зимних видов спорта. В общем, многие наши команды тоже закупают сейчас этот продукт питания. При необходимости снижение жировой массы тела без потери мышц – это самое главное, зачем обращаются спортсмены к этому питанию. Всем мужчинам хочется брутальности. Что это такое? Это рельеф, это те самые кубики, это красивое мужское тело, которое нравится нам, женщинам. Вот этот коктейль прекрасно справляется, что называется, вот с этой задачей. Ну и, конечно, возможность дробного поступления легкоусвояемых полноценных белков в организм без значительного увеличения объема рациона. То есть при малом количестве еды можно получить максимальную питательную ценность. Вот за этим, собственно, обращаются все спортсмены вообще, в принципе, к функциональному питанию. И из того огромного количества видов сейчас коктейлей, которые есть на рынке, в том числе и в нашей стране, Wellness Pro выделяется тем, что им можно пользоваться долго, то есть без остановки, годами, не нанося вред и ущерб своему здоровью, а принося ему в долгую все больше и больше пользы. Коктейли могут быть использованы как в тренировочный период, то есть подготовка к соревнованиям, так и, собственно, в соревновательный период. Причем коктейли эти знамениты тем, что они прошли все допинг-контроль и имеют сертификаты, позволяющие этот продукт использовать как при тренировочном, так и в соревновательном периоде всем спортсменам, независимо от вида, так скажем, спорта. То есть это и скоростно-силовые, и силовые, сложно-координационные виды спорта, и виды спорта на выносливость. То есть любому виду спорта, как базовое питание, эти коктейли рекомендуются. Этим они и хороши, собственно. Ну и несколько примеров в завершении моей презентации. Мы вот расскажем сейчас о тех спортсменах, в том числе о женщинах, которые очень хорошо выглядят с моей точки зрения, которые используют этот продукт ежедневно в своей жизни много лет и получают замечательные результаты. Вот Наталья Горбачева, персональный фитнес-тренер, серебряный призер по бодифитнесу. На протяжении 4 лет использует этот продукт сама как персональный тренер. И не только как женщина, но и мужчинам, естественно, это рекомендует. Раз мы говорим о мужчинах, то мужчинам прежде всего. Ну и она отмечает повышение выносливости, отсутствие болевого синдрома в мышцах после тренировок и интенсивных физических нагрузок, быстрое восстановление. Вот перед вами Анатолий Капишников, двукратный чемпион России по не выговорю ни за что на свете, джиу-джитсу, борьба такая. Вот я дилетант в борьбе, гимнастка в прошлом. Простите меня, если я сказала что-то неправильно, прочитала. Этот молодой человек долго искал питание для спортсменов, экспериментировал. И задача его найти было такое питание, которое дает достаточное количество энергии, прежде всего белка, минералов и витаминов, а с другой стороны абсолютно безопасно для здоровья. И прошло антидопинговый контроль, получил сертификат. Вот этим всем требованиям соответствует Wellness Pro, поэтому он его выбрал. И с этим продуктом сейчас живет, побеждает своих соревнований. Замечательно. Ну вот еще перед вами один герой. Наш Кирилл Селиванов, мастер спорта, призер чемпионата мира и Европы по кикбоксингу. У него тренировки забирают много энергии, и, как известно, из стандартных продуктов питания практически невозможно получить необходимые организму витамины и микроэлементы. Так вот, наличие антидопингового заключения Wellness Pro дает уверенность этому молодому человеку возможность добиваться высоких результатов без ущерба своего здоровья. Вот такие замечательные результаты рассказывают наши, что называется, потребители, клиенты, слово не поворачивается, просто язык назвать их так. Это герои, так скажем, спорта. Я понимаю этих людей, потому что, собственно говоря, цена медалей, так шутят сейчас спортивные диетологи в руках,
собственно, питание людей. Потому что, если говорить серьезно, то из резервов здоровья уже давно выбраны все ресурсы человеческие. То есть победить за счет каких-то особых ресурсов здоровья уже невозможно. Поэтому победит тот спортсмен, у которого лучший диетолог, лучший спортивный врач, лучшие технологии подготовки его к старту и то, что он непосредственно съест, что называется, перед началом соревнований. И последняя Олимпиада, особенно в Пекине, нам доказали именно живучесть этого вывода. Тот победит тот, кто лучше ест. На этом я позволю поблагодарить вас за внимание, то, что вы выдержали мою длительную презентацию. Но я надеюсь, что вы узнали много нового для себя. И особенно я буду благодарна, если мне черкнут вот здесь внизу в чате мужчины, которые слушали меня и скажут свое, так сказать, объективное мнение по поводу того, что они сейчас прослушали. Еще раз большое вам спасибо, желаю вам успехов, питайтесь этой едой и будьте успешны. Спасибо, всего доброго. Ну, а мне остается от всех участников, ну и конкретно от мужчин, поблагодарить Ольгу за прекраснейший тренинг. Вот я читал чат, и кое-кто даже пишет, что завтра обязательно закажет себе всю программу, потому что это убедительно, это доказательно, и это действительно нужно каждому человеку. И имея в руках такой потрясающий продукт, мы имеем возможность не только пользоваться им самим, но и продвигать этот продукт в жизнь, становиться консультантами компании Wellness.pro. И вот о 8 шагах успеха я хочу попросить рассказать директора по развитию компании Wellness.pro Вячеслава Базекина. И с огромным удовольствием сейчас передаю ему микрофон. Вячеслав, пожалуйста, ваш микрофон. Всем здравствуйте, прекрасная тренинг, прекрасная презентация, спасибо, я вот могу вживую, не прописывая в чате, сказать огромное спасибо, Ольга Хризантемовна, и буквально завтра же вот эту презентацию, Борис ее записывает, мы ее завтра всю обработаем немножечко, и завтра же мои товарищи, мои мужики, те, с которыми я знаком, они ее получат у себя там на почте или ссылочки, или что-то еще, то есть обязательно они там появятся. Значит, и послушают вот этот замечательный вещь. Как все просто на самом деле, едой, той едой, которую мы с вами едим, мы можем с вами изменить свою жизнь в корне. Замечательно, потрясающая вещь. И вы знаете, вот в очередной раз убеждаюсь в том, что и смотря на количество участников на сегодняшнем вебинаре, да, я убеждаюсь в том, что на самом деле, друзья мои, то, что у нас с вами есть, это работает. Это работает, и оно не может не работать. Потому что, смотрите, мы начинали, когда с вами общаться, это был август-сентябрь месяц, начинали с вами общаться на вебинарах, нас было там 9, 10, 12 человек. Сегодня уже доходят до 25, до 20, вот сейчас 22 человека, до 25 было, до 30 человек. Постепенно количество людей, которые появляются у нас вот на этих наших семинарах, на этих наших вебинарах, оно говорит просто о том, что, наверное, все-таки мы с вами находимся в нужном месте, в нужное время, раз появляются новые люди. И сегодня, мне вот Борис говорил, что сегодня у нас будет присутствовать достаточно много новых людей, которые буквально совсем недавно пришли в этот бизнес. И очень хорошо, что вы сегодня начали или начинаете свой бизнес с прослушивания вот таких вот замечательных тренингов. Знание продукции – это архиважная вещь. Это архиважная вещь. И использование этой продукции тоже архиважная вещь. И мы сейчас с вами об этом, обо всем поговорим, как бы обобщив опыт, накопленный многими людьми с 2005 года, мы его с вами обобщим и пройдемся по тем самым восьми шагам к успеху.
Это такие простые действия, в результате которых, если их человек будет выполнять изо дня в день, каждый день, они очень простые, но изо дня в день, каждый день их выполнять, неминуемо произойдет то, к чему вы стремитесь. Значит, смотрите, какая вещь замечательная. Вы стали консультантами компании «Wellnesscore». Вы все пришли в компанию, которая с 2005 года помогает всем, кто хочет положительных перемен. И ваше решение присоединиться и начать свой бизнес WellnessPro принесет пользу не только вам, но и вашим друзьям, и вашим близким, вашей семье. Ну, невозможно, имея такие продукты, имея такие результаты, которые дают эти продукты. Кстати, вот эти картинки, которые были в предыдущей презентации, да, фотографии, буквально 2 недели тому назад я встречался с Натальей Горбачевой, это абсолютно живой человек, она работает фитнес-тренером, персональным тренером, ведет и группы, ведет и персоналии, прекрасно выглядит, в отличнейшей физической форме, пользуется нашей продукцией. А в понедельник у нас был в гостях в офисе Толя Копишников. Приехал, когда он сегодня активно тренируется и сам, и тренирует ребятишек. И постоянно, изо дня в день он использует эту продукцию. Поэтому она ему дает возможность вести такой активный, очень активный образ жизни, потому что он практически все время свое проводит в спортивном зале. Ну и для того, чтобы выдержать такую нагрузку, естественно, продукт, который он использует, значит, вот именно этот наш продукт позволяет ему, дает ему возможность выдерживать такие сумасшедшие нагрузки. И продвигая вот эти самые продукты, лучшие продукты и правильный бизнес, ну, друзья мои, невозможно не преуспеть. Ну, невозможно, просто невозможно. Все что-то когда-то начинали. У всех у нас с вами разные навыки, таланты, степень уверенности в себе. И я бы вам всем посоветовал, не нужно усложнять этот бизнес. Не нужно усложнять его. Нужно делать и начинать все с самого простого. Верить в себя, в свои способности и дать себе время получить результат, который вы действительно хотите. И очень хорошо, вот там Сергей написал, что завтра пойду закажу себе такую же программу. Прекрасно, замечательно. Начинайте, Сергей, ее использовать, эту программу. Получайте свой уникальный результат, который вам принесет деньги. Который принесет деньги. Окружающие не преминут заметить, что с вами происходят какие-то положительные перемены, в отличие от тех людей, которые вас окружают, которые еще не используют нашу продукцию. Цель менеджеров компании и ваших спонсоров, вы же все сюда пришли каким-то образом, кто-то вас сюда пригласил, значит, это ваши спонсоры, и наша с ними цель – помочь вам с успешным и продуктивным началом. За вот эти годы с 2005-го накоплен опыт многих людей, которые построили свой бизнес WellnessPro и проложили свой путь к успеху. И грех было бы не воспользоваться опытом этих людей и получить предсказуемый результат. Но почему, если люди уже прошли этот путь, они уже использовали все те шаги, которые есть сегодня, о которых мы с вами сегодня поговорим, и добились успеха, того, который они себе ставили сами, потолка здесь нет. Они себе поставили вот именно тот успех, до которого они добились. Хотят больше, они вполне могут добиться большего. И сегодня мы рассмотрим с вами те самые 8 видов деловой активности, 8 шагов, необходимых для старта вашего успеха. Ежедневное выполнение простых действий откроет вам путь к успеху и вам, и тем, кто придет за вами. И очень важно определить каждому из вас для себя ту самую причину, ту самую цель, почему вы решили заняться WellnessPro. И запомнить, что это бизнес. И успех в бизнесе, в любом, вне зависимости, будь то WellnessPro, будь то это, там, я не знаю, все что угодно, будет определяться действиями, которые вы совершаете для его развития. Относитесь, я вас очень прошу, относитесь к делу серьезно. Вложенное время и усилия обязательно принесут сумасшедший результат. И основной первый шаг
первый шаг, который многие из вас уже сделали. И сегодня я понимаю так, что присутствуют те люди, которые уже сделали этот шаг. Присоединяйтесь. Начните пользоваться продукцией Wellness Pro. Наши программы основаны на питании, которое ускоряет метаболизм, позволяет одновременно терять жир, наращивать мышцы, укреплять здоровье и чувствовать себя при этом бодро и энергично. Пользуйтесь этой продукцией публично. Не стесняйтесь. Выпивайте таблетки. Если вы обедаете в ресторане, и у вас нужно там, за полчаса, минут за 40 выпить тот самый Block & Burn, та самая наша банкетная таблетка, не стесняйтесь выпить ее прилюдно. Появится возможность завести разговор с кем-то, кто-то обратит внимание, задаст вам вопрос, для чего это все? Вы это все же прекрасно понимаете, и мы с вами еще об этом поговорим. И, пользуясь продукцией, получите свой уникальный результат. И с ним вырастет ваша уверенность, и другие люди, которые вас окружают, обязательно это почувствуют. То есть абсолютная убежденность и эмоции, вот, наверное, это те самые вещи, которые, возможно, станут самым эффективным инструментом вашего успеха. Можно сидеть, учиться часами перед компьютером, можно ходить, слушать различных людей, но при этом не знать, помните, такая шуточка была, да, можно рассуждать о взлете или и падении Голливуда, при этом не видя ни одного его фильма. Я помню, в советское время была такая вещь. Можно, да, наверное, можно. Но об этом, в этом вам никто не поверит. Если вы не смотрели ни одного фильма, как вы можете об этом говорить, да? Значит, архиважно. Важнее всего. Начните пользоваться продукцией Wellness Pro. Ольга Хризантемовна Перевалова пользуется этой продукцией уже 9 лет. Борис Николаевич то же самое, пользуется этой продукцией уже на протяжении 9 лет. Я чуть поменьше, всего порядка там 6-7 месяцев. Другие люди, Галина Ивановна Ковалева, использует эту продукцию уже на протяжении 9 лет. Прекрасно люди выглядят, прекрасно себя чувствуют и очень успешные люди. Очень успешные люди. Следующее. Не забывайте об этом. Если вы не будете пользоваться продукцией, ну, будет очень сложно продавать то, чего вы не знаете. А самый лучший продавец этой продукции – это ваш личный результат. Это ваш личный результат. Либо это снижение веса, либо это набор мышечной массы, либо это внешний вид, самочувствие. Все, что угодно, все, что связано со здоровым образом жизни, с вашими изменениями, положительными изменениями. Именно это и дает возможность зарабатывать деньги. Дальше. Сегодня у нас с вами уже в полном объеме работает наш сайт, работает бэк-офис. И поэтому присоединитесь к сообществу Wellness Pro. Узнайте как можно больше о продуктах и на наших вебинарах. И читайте специальную литературу, читайте специальные брошюры, буклеты, уточняйте те вопросы, которые вы, может быть, не понимаете, может быть, вы их не знаете. Значит, задайте эти вопросы, у вас есть спонсоры, у нас есть с вами специалисты, серьезнейшие специалисты, которые помогут вам разобраться в действии этих продуктов, помогут вам с формированием вашей презентации продуктовой. Вашей продуктовой презентации, это тоже очень важно. Установите свой личный веб-сайт консультанта Wellness Pro. Это все можно сделать в бэк-офисе. Познакомьтесь со всеми инструментами, какие есть. Их тоже можно найти в бэк-офисе. Подпишитесь на еженедельную рассылку от компании, чтобы быть в курсе новостей и расписания мероприятий всех тех, которые проводит компания. Будь то там, в Америке, будь то там, в Европе, в России, в Казахстане и так далее, и так далее. И очень внимательно слушайте своего спонсора. Внимательнейшим образом. Вы же почему-то ему поверили, вы же за ним пришли. Поэтому поверьте, что он очень сильно заинтересован в том, чтобы вы стали успешными людьми. Чем больше в его команде будет успешных людей, тем успешнее будет он сам, и у него появится
гордость за свою команду, появится серьезная команда, серьезная организация, серьезный бизнес. Посещайте все мероприятия компании, включая всевозможные встречи, презентации, которые проводятся в различных городах: Москве, Саратове, Ростове, Сочи, Краснодаре, в Казахстане, в Астане, в Алмате и так далее, в Новосибирске, в Иркутске, в Красноярске, где угодно. Присоединяйтесь и посещайте все эти мероприятия. Посещайте презентации, телефонные конференции, вебинары. Ну, вот я не знаю, где еще можно найти такие вебинары вот с такими профессионалами, которые могут рассказать вам все об этом продукте. Ну, сегодня я для себя по-новому открыл и снова открыл для себя эту продукцию, вот именно с точки зрения мужского здоровья. Я себе сделал несколько пометочек из завтрашнего дня. Сегодня уже поздно, с завтрашнего дня я начну менять свои привычки питания в очередной раз. И я надеюсь, что это принесет ту самую замечательную пользу, еще более впечатляющий и серьезный результат, который еще больше заметят людей, которые сегодня на меня обращают внимание, задают мне вопросы на тему, что со мной происходит. Значит, посещайте мероприятия. Контактируйте лично, задавайте вопросы, используйте все возможные способы контактов. Об этом мы с вами тоже еще поговорим. Кстати, очень скоро наша страничка Wellness Pro Новосибирск, Wellness Pro продукты для здоровья и похудения, эта страничка будет наполняться, сейчас она уже начала наполняться. Эта страничка, вступайте, присоединяйтесь к этой нашей группе, присоединяйтесь там, вступайте, становитесь друзьями этой нашей странички ВКонтакте, и огромное количество людей, ваших знакомых, те, которые есть у вас там в социальных сетях, наверняка у каждого из вас есть там свои профили, значит, огромное количество людей увидят все те мероприятия, которые происходят в компании, узнают очень много нового о продукции. Это поможет вам в построении вашего личного бизнеса. И постоянно оставайтесь в тесном контакте с вашей командой Wellness Pro, с вашими спонсорами и с вашей нижестоящей организацией. Следуйте советам, обращайтесь по любым вопросам, какие бы они там ни были странными. Задавайте вопросы. Не бывает глупых вопросов. Бывают люди, которые их не задают. И помните, это ваш бизнес и бизнес компании. И мы все очень хотим, чтобы вы достигли самых лучших, самых замечательных, самых потрясающих результатов. Шаг второй. Список контактов. Какой бы он ни казался простой, но на самом деле это очень серьезный момент. Это очень и очень серьезный момент. И к нему нужно отнестись очень внимательно и уделить ему время. И по большому счету его нужно постоянно держать в поле зрения и постоянно с ним работать, с этим списком. Каждый день добавляйте в список новое имя. Успех вашего бизнеса, поскольку это наш бизнес, бизнес эмоций, бизнес контактов, бизнес вербальный, поэтому успех этого бизнеса напрямую связан со списком контактов с теми людьми, с кем вы планируете контактировать, с кем вы контактируете постоянно, с кем вы планируете контактировать. Если этот список у вас небольшой или неполный, ваш бизнес на самом деле на первом этапе будет таким же, небольшим и неполным. Обширный и разнообразный список контактов создаст вам очень прочную основу бизнеса, на которой можно строить серьезный бизнес Wellness Pro каждый день, изо дня в день. Список контактов – это просто список имен людей, которых вы знаете. К ним относятся широчайшие. Кстати, в бизнес-наборе у нас есть подсказки памяти. Сегодня у всех практически есть смартфоны, в этих смартфонах забиты всевозможные профили, всевозможные там контакты, скайповские, там почты электронной, там ватсапов, вайберов и сама непосредственно телефонная книга.
Так вот, посмотрите на свою телефонную книгу, посмотрите, выберите оттуда всех людей. И, наверное, все-таки в телефонной книге это хорошо, но когда этот список будет перенесен на бумагу, он будет более осязаемый и более, скажем так, конкретный, что ли, более конкретный. И здесь вы сможете с ним на бумаге очень серьезно и плотно поработать. И большущая просьба к вам ко всем. Не решайте за людей. Не решайте за них. Потому что вы посмотрели, вот Маша. Ну, у нее все хорошо, она худенькая, стройненькая, бодренькая, энергичная девочка. Ну, наверное, ей это не надо. Не нужно решать за нее, что ей нужно, что ей не нужно. Вы дайте человеку информацию, а человек сам примет решение, нужно ему это или нет. Другой вопрос. Вопрос в подаче этой информации. И этому нужно постоянно учиться, как подать эту информацию. Для каждых людей, для каждого человека информация подается индивидуально. Поэтому и к передаче, и к подаче информации нужно очень серьезно готовиться. Каждый день добавляйте в список новое имя. Вы можете найти своих клиентов и потенциальных партнеров в любом месте. И как только это произойдет, добавьте новое имя в список. И вы очень быстро увидите, как растет ваш список, как он увеличивается и как растет ваш бизнес. Помните, что 7 из 10 человек хотят иметь дополнительный доход. Очень многих не устраивают те деньги, которые они на сегодняшний день имеют. И 10 из 10 хотят быть здоровыми. 10 из 10 хотят быть здоровыми. Я вот очень много задавал вопросы. Я говорю, ты вообще хочешь быть здоровым? Ну, конечно. Ты вообще хочешь быть здоровым? Конечно. Ни один человек мне не сказал, что он хочет быть бедным и больным. Все сказали, что они хотят быть богатыми и здоровыми. Но не все готовы пожертвовать чем-то для достижения вот этой самой цели. Стать богатым и стать здоровым. Значит, дальше всегда держите список рядом. Когда он у вас есть рядом, в удобной форме, вы можете, если у вас появилось свободное время, там, после обеда, либо при переезде с одной встречи на другую, либо, ну, лучше бы только вот в это время, остальное время нужно быть занятым. У вас появляется свободное время, вы можете его пролистать. Может быть, вы кого-то пропустили, может быть, вы кому-то не позвонили. И как раз-таки в эти 15 минут можно сделать несколько телефонных звонков, договориться о будущих встречах, рассказать кому-то о том, что у вас на сегодняшний день появилось, как вы себя прекрасно чувствуете, чтобы человек, может быть, вам позавидовал, может быть, приободрил вас, может быть, еще что-то, может быть, все что угодно. Но делитесь с людьми, это вербальный бизнес. Бизнес вербальный, делитесь с людьми, рассказывайте людям о том, что может происходить с ними. В случае, если они присоединятся к нам, станут либо частью команды Wellness Pro, либо станут частью просто Wellness Pro, станут клиентами Wellness Pro. И на этом списке лучше всего оставлять четкие пометочки. Когда и с кем вы поговорили? Если ваш список вырастет, а он вырастет очень быстро, если вы будете добавлять каждый день новое имя, то за месяц это будет 30, за год это будет 360. И очень скоро у вас этот список будет, вы будете в нем блудить. И чтобы не блудить, оставляйте четкие пометки. Сделайте для себя систему управления этим списком. С датами звонков, с какими-то пожеланиями ваших там потенциальных партнеров, ваших потенциальных клиентов, с какими-то их предпочтениями, пристрастиями или еще чем-то. Неважно, это могут быть абсолютно разные пожелания ваших потенциальных людей. Поработайте над этим списком. Заложите фундамент своего будущего бизнеса. Список, ну давайте пробежимся тогда. Что, кто может попасть в этот ваш список? Да? Члены вашей семьи. Кого вы знаете? Вопрос такой, да? Давайте на него ответим. Кого вы знаете? Ну, наверняка вы знаете членов вашей семьи. Наверняка вы знаете тех людей, с кем вы регулярно общаетесь. С теми людьми, с которыми вы знакомились давно или не очень давно, там, в различных организациях, клубах, там, ресторанах, кафе, и транспорте и так далее, и так далее. С кем вы были связаны в прошлом, да? Это школа, это одноклассники, одногруппники, коллеги, земляки, сослуживцы
и так далее, и так далее. Те, с кем у вас есть общие дела. Ну, кто это может быть, да? Доктор. Если были какие-то судебные тяжбы, либо что-то еще, адвокаты. Наверняка каждый из вас ходит в парикмахерскую, приводит свою голову в порядок. Если вы ведете свой бизнес, есть бухгалтер, может быть, он на аутсорсинге, может быть, он фрилансер. Если есть машина, вы наверняка заправляете где-то на каких-то заправках. Какие-то химчистки, косметологи, парикмахеры. Ну, в принципе, любые люди, с кем вы имеете дело. У вас уже есть наверняка готовые списки. Готовые списки – это те люди, кому вы отправляете поздравительные открытки. То же самое, вернемся, да, ваша адресная книга, ваши записные книжки, пока у вас не было вашего там смартфона, мобильного телефона, список сотрудников, с которыми вы работали. То есть это уже готовые списки. Нужно взять, переработать и начать по ним действовать. Начать по ним действовать. Чтобы увеличить этот список, я уже вам говорил об этом, чтобы увеличить этот список, воспользуйтесь бланком подсказки памяти. Он есть в каждом бизнес-наборе. Значит, потом, когда вы составили уже этот список, он у вас стал каким-то большим, не очень большим, огромным. Лучше бы, чтобы он был огромный. Оцените его, этот список. Оцените, сделайте оценку. Поставьте какие-то обознавательные знаки. Звездочки, там, крестики, слэши, там, что угодно, хэштеги какие-нибудь и так далее, и так далее. Около каждого из них. И ответьте для себя на несколько вопросов. Да? Где этот человек? Ну, если это ваш сосед, понятно, живет он в стране, открытой для бизнеса. Россия и Казахстан открыты для бизнеса, волноспал. Эти люди недовольны какими-то аспектами своей жизни. Хотелось бы улучшить здоровье, улучшить финансовое положение. Понятно, еще один плюсик в его копилочку. Да? Эти люди амбициозны. Эти люди амбициозны. Они хотят добиться большего. Они не стоят на месте, они стремятся куда-то. Это наш человек. С ним нужно поддерживать очень тесный контакт. У этих людей высокая самооценка. И очень важный момент, вот, и плюс нашего с вами бизнеса, что здесь мы с вами выбираем, с кем вы хотите работать, с кем вы хотите общаться. Если неприятен вам человек, ну не общайтесь с ним, не нужно. Если это от этого человека идет сплошной негатив, ну вы отодвиньте его пока в сторону. Может быть, когда-то он вам позавидует, хорошей завистью, белой завистью, придет и скажет, помоги мне избавиться от твоего негатива. Я хочу выглядеть так же, как и ты. Может такое произойти, запросто. Если это произойдет, вот тогда вы с ним начнете работать. А пока не нужно, общайтесь как можно больше с позитивными, положительными людьми. И следуя этой формуле, вы обнаружите рядом с некоторыми именами много звездочек, с другими меньше. И это даст вам сигнальчик такой, прозвенит звоночек, что на кого нужно обратить пристальное внимание и в первую очередь. У кого больше всего звездочек, у кого с кем вы хотите работать. Да, пусть у него меньше звездочек, но вы хотите с ним работать, значит, у него есть что-то положительное. Но вот обратите на них пристальное внимание в первую очередь. И помните. Очень важно запомнить, что решение стать членом Wellness Pro – одно из тех, которые очень легко принять. И каждый из них должен это сделать самостоятельно. Наша с вами задача – донести до каждого человека точную информацию о том, чем мы с вами сегодня, какой ценностью мы с вами сегодня обладаем. Дайте людям точную информацию, и пусть они решают сами за себя. Шаг третий. Обращение. Фраза такая, она мне очень нравится, эта фраза. Я ее услышал очень давно. Use the product people. Make money, tell the people. Обращайтесь. Используйте продукт и разговаривайте с людьми. Кушайте продукты, разговаривайте с людьми. Зарабатывая деньги, разговаривайте с людьми. Контакты, обращения и приглашения – это основа нашего бизнеса. Для некоторых этот шаг может быть проблемой.
Но это, как и все остальное в жизни, чем больше вы практикуетесь, тем легче и лучше у вас это получается, тем легче и лучше вы это делаете. Любой преуспевающий человек подтвердит, что в том и стоит разница между теми, кто успешен в построении собственного дела, и теми, кто так не является. Это один твой шаг, этот один простой шаг, обращение, он принесет вам огромные дивиденды, если вы последовательны в обращении к потенциальным клиентам и партнерам. Ответ «нет» – это не значит окончательное «нет». Окончательное «нет» может означать только в случае смерти вашего потенциального либо партнера, либо клиента. Ситуации меняются, как с тем же самым курсом доллара. Еще там 3 месяца тому назад он был там 30 рублей, сегодня он уже в России 48. Ситуации меняются сумасшедшим образом, с сумасшедшей скоростью, поэтому не решайте за людей. Не решайте за людей. Делать сложные вещи всегда легче, когда есть поддержка. Начиная контактировать со списком своим, с людьми из списка контактов, обратитесь к вашему спонсору, к людям, которые умеют это делать, к успешным консультантам Wellness Pro. Они помогут вам развить уверенность в себе и своей способности продвигать продукцию, нашу продукцию, наш бизнес. Определите свою цель. Определите свою цель. Количество ежедневных обращений. Вообще, вы знаете, если делать ежемесячно вот по требованиям нашего плана компенсации, который есть, да, необходимо для получения всех бонусов, всех выплат, всех вознаграждений, необходимо иметь в своем активе персональных 400 очков. Что такое 400 очков? 3 клиента, которые будут использовать программу Wellness Pro. Любую программу. Спорт и здоровье, фитнес, значит, снижение веса, любую программу, индивидуальную программу, которую вы составите для вашего дальнего клиента, это всего-навсего 3 человека, 3 клиента. И вы получаете возможность воспользоваться всеми благами нашего плана компенсации. И то же самое, для того, чтобы использовать в полном объеме те же самые блага консультаций, должно быть нашего блага, нашего компенсационного плана, должны быть 3 активные ноги. Должны быть 3 активных, минимум 3 активные ноги, 3 активных линии, 3 активных группы ваших дистрибьюторов. Для того, чтобы они были ежемесячно, нужно ежемесячно, необходимо иметь 3 клиентов, это раз, не обсуждается, и минимум 3 консультантов, максимум 10, 20, 50, максимум сколько вы сможете сделать, скольких людей вы сможете привести в этот бизнес. И тогда у вас не проблем думать о том, а получу ли я все выплаты, все вознаграждения, которые полагаются мне, заработаю я те или иные деньги. Когда у вас будут появляться новые люди, вам некогда будет об этом думать, и у вас будет очень приятно после 25 числа получать свой чек и видеть, что с каждым месяцем ваш чек растет, растет и растет. Почему? Потому что вы делаете ряд простых вещей, абсолютно простых вещей. И ваш чек начинает расти. Итак, мы с вами делили количество ежедневных обращений. Сколько их нужно делать, каждый из вас делает для себя, в зависимости от того, чего вы хотите добиться. И подумайте о пользе. Очень хорошая пометочка, подумайте о пользе. Люди очень быстро обнаружат, является ли ваш интерес к ним подлинным. Поэтому, прежде чем обратиться, обязательно подумайте, какую пользу им это принесет, ваше обращение. Какую пользу им принесет наш продукт, это понятно. Он принесет здоровье. Он принесет здоровье, он принесет тот самый набор необходимых макро, микроэлементов, белков и так далее, и всех остальных необходимых компонентов для того, чтобы его организм начал работать лучше. По поводу бизнеса. Здесь уже нужно будет с ними общаться на презентациях, после презентации. И не перегружайте информацию. Когда вы обращаетесь к людям, делать презентацию по телефону. Нет, не нужно этого делать. Вы просто даете информацию, вы заинтересовываете человека, вы понимаете, вы просто заинтересовываете человека в
том, чтобы он пригласил в той ценности, которая есть у вас, для того, чтобы назначить встречу. Все. Самая большая ошибка новичков – это пытаться сделать там по телефону презентацию. У нас есть замечательный продукт. Когда можно к вам прийти? Мне нужно, я уже все услышал, что я хотел услышать. Все, спасибо, до свидания. Не нужно перегружать информацией первые звонки и первое обращение. И всего лишь во время этого обращения вы всего лишь определяете время и место, где подробно объясните все преимущества и продукции, и бизнеса Wellness Pro. Если будет презентация по продукции или если будет встреча по бизнесу. И чем с большим количеством людей вы поговорите, тем больше встреч вы назначите. Все очень просто. Статистика, самая плохая статистика, 80 на 20. Из 10 обращений 8 нет, 2 скажут да. У профессионалов будет наоборот. 2 говорят нет, 8 говорят да. Нужно стремиться к этому, нужно становиться профессионалами для того, чтобы не тратить много лишнего своего времени, а за тот же самый период времени делать гораздо больше полезных действий. А чем больше встреч назначено, тем больше людей, это опять же статистика, с частью вашего бизнеса. Это очень простая формула. Поговорите с большим количеством людей, и больше людей будет участвовать в вашем бизнесе. А когда у вас появится больше опыта, вы отыщете те самые нужные слова и выражения для этих обращений. Но если вы не будете пробовать, не будете учиться, никогда этому не научитесь. Нужно учиться. Учиться, учиться и учиться. Следующий шаг. Шаг четвертый. Презентации. Поскольку наш с вами, мы с вами не производим станки, механизмы, машины и так далее, мы с вами производим хорошее позитивное настроение, мы с вами производим хорошее самочувствие, мы с вами производим wellness. То есть это вот то, чем мы с вами сегодня занимаемся. И успешные консультанты Wellness Pro делают презентации каждый день, когда представляется возможность. Это просто, это легко повторить. Качественные презентации значительно увеличивают успех вашего бизнеса. Мы с вами уже говорили на эту тему, что нужно у себя иметь, в своем арсенале нужно иметь вот различные виды презентаций и по продукции, и по бизнесу. Нужно иметь их у себя и в голове, и оформленные каким-то образом в виде действительно презентации. Поскольку сегодня рынок мобильных устройств и всевозможных гаджетов позволяет вам это дело сделать. Она может быть абсолютно разная. Она может быть 30-секундная, она может быть 3-минутная, она может быть 5, 10 и 30-минутная. Но не нужно делать больше 30 минут. Это уже перегруз, и, наверное, это не очень хорошо сработает. Когда потенциальный клиент или партнеры понимают преимущества этого бизнеса, они, естественно, хотят начать. И независимо от метода, который вы выберете, чтобы представлять нашу продукцию, нашу компанию, используйте материалы компании. У нас с вами огромное количество и на YouTube, выложено огромное количество всевозможных тренингов, результатов. Это живые люди, это не просто картинки. Это люди, которые лично рассказывают о себе, о тех результатах, которые добились с помощью использования нашего продукта и с помощью бизнеса Wellness Pro. Значит, учитесь и практикуйтесь. Эти еженедельные семинары, еженедельные вебинары, мы с вами об этом уже говорили. Практикуйтесь вместе со спонсором. У нас есть еще такая памятка, слова, которые работают. Эти слова помогут вам достичь большего успеха. Одной из проблем презентации является ее краткость и ясность. Мы уже с вами об этом поговорили. Значит, что нужно? Несколько советов по проведению презентации. Да? За день до презентации, за день до встречи подтвердить, что мероприятие состоится. Несколько советов. Да? Если возможно, сделайте это лично.
по телефону или другим способом проезжали мимо, может быть, специально проезжали мимо, зашли и сказали: здравствуйте, все, как у нас все в силе, все, завтра, значит, завтра, да, мы с вами встречаемся, убедитесь, что договоренность в силе, подтвердите время. Если будут какие-то либо изменения, попросите об этом сообщить заранее. До презентации, придите заранее, подготовьтесь к ней, сделайте все возможное, чтобы обстановка способствовала вашей встрече. Постарайтесь исключить отвлекающие моменты. Расставьте, если эта презентация проводится в каком-то зале, расставьте стулья таким образом, чтобы они были обращены к человеку, который ведет презентацию. Начинайте презентацию вовремя. Имейте план презентации. Значит, что вы хотите от этой презентации? Это все работает. Это тот самый опыт, который накоплен за многие годы, за вот эти 9-10 лет работы компании Wellness Pro. Это опыт других сетевых компаний, которые занимались или занимаются бизнесом. Значит, нужно иметь план презентации и абсолютно следовать ему. Всегда нужно знать свою аудиторию. Нужно познакомиться, насколько можно, узнать о каждом участнике. Кто он по профессии, любит ли он свою работу, занимался ли раньше каким-то подобным бизнесом, в браке, не в браке, что для него является наиболее важным, да? Удовлетворен ли он своим финансовым положением. Как правило, 7 из 10 скажут, что они не удовлетворены. И используйте ответы на эти вопросы во время презентации, чтобы подчеркнуть, сколько пользы можно получить, присоединившись к нашему бизнесу. И независимо от того, насколько хорошо вы провели свою презентацию, она может быть не очень хорошая, не очень слаженная. Вторая лучше, третья еще лучше. И чем дальше, тем больше, тем лучше, тем качественнее будет проходить ваша презентация. От нее, от этой презентации будет не очень много толку, пользы, если на этой презентации не пройдет того, чего вы от нее ждете. Если у вас не появится новый клиент, либо новый партнер. Отвечайте на все вопросы участников. Постарайтесь ответить на все вопросы. Если вы не готовы к этому вопросу, не можете ответить на него сразу, попросите у него время готовиться и ответить ему либо в конце презентации, либо лично потом в беседе, в личной беседе. Но постарайтесь закрыть все вопросы и ответить на все вопросы. Нужно быть профессионалом. Нужно предложить каждому участнику стать частью Wellness Pro, либо клиентом, либо партнером. И по мере приближения к завершению презентации выясните у своей аудитории, какой доход они хотели бы иметь, какие результаты они хотели бы иметь, чтобы определить вообще, что для них будет лучше всего. И по окончании нужно закрыть сделку. Нужно закрыть сделку, заполнить все необходимые формы в конце встречи и убедиться в том, что вы оставили участникам вашу контактную информацию. Заполнение соглашения может быть сложным, да, для новичков появился новый потенциальный наш партнер. Значит, поэтому, уважаемые господа спонсоры, помогите это сделать вашему новому дистрибьютору, вашему новому консультанту. Помогите ему это сделать. Когда вы закончили все это дело, когда вы закончили подписание, когда вы закончили составлять программу, задали конкретный вопрос, как вы платите, наличными либо картой, значит, сделка завершилась, достаньте ежедневник, подготовьте его, чтобы запланировать индивидуальные встречи в ближайшие 2 дня. Нужно запланировать индивидуальные встречи с вашими клиентами и с вашими консультантами в ближайшие 2 дня. Пусть каждый новичок знает, что вы придете, чтобы помочь, в чем бы он или она не были заинтересованы, в развитии бизнеса или улучшении здоровья. И обязательно дайте домашнее задание.
Дайте домашнее задание своему будущему консультанту. Изучить сайт компании, узнать больше о продуктах, прочитать все наши брошюры, послушать тренинги в интернете, зайти в бэк-офис, посмотреть избранные тренинги, да, по продукту и по бизнесу, посвятить время составлению списка знакомых, которых можно пригласить принять участие во встречах, в соревнованиях или начать индивидуальную программу Wellness Pro. И архиважно. Просто супер важно, как незамедлительно начать использовать собственную программу быстрого старта Wellness Pro. Абсолютно любому и каждому. Нет абсолютно здоровых людей. И поэтому, чем лучше и чем качественнее, и чем дольше вы будете использовать эту продукцию, тем лучше и качественнее будет ваш бизнес и будут ваши результаты. Давайте еще раз пробежимся, что нужно помнить. Да? Иметь план презентации, исследовать ему, начинать ее вовремя, познакомиться с участниками, ответить на вопросы, предложить каждому стать частью нашей компании, заполнить все формы и оставить всем контактную информацию. Дальше. Вы составили список, вы доставили свой ежедневник, значит, чтобы запланировать индивидуальные встречи. Сопровождение. Шаг пятый – сопровождение. Значит, каждый человек, который приходит к нам в этот бизнес, будет внимание. И любой бизнес требует внимания, человеческие в особенности. Сопровождение, вот именно сопровождение, ведение вашего консультанта является основой того самого прочного бизнеса, который будет вам приносить доход долгие годы. Вы запланировали новую встречу. Каждый новый клиент или консультант должен с вами встретиться в течение дней после принятия решения. Один из ключевых моментов, о которых нужно быть всегда, Wellness Pro – это бизнес эмоций и взаимоотношений. Вы выстраиваете новые деловые отношения с командой. Узнайте, постарайтесь узнать больше о своих клиентах и консультантах. Проявляйте заботу на все вопросы. Это я обращаюсь к спонсорам. И к вам, новые консультанты, вы тоже будете спонсорами. Вас не минует чаша сия. Это поможет вам создать положительную атмосферу в совместной работе. Содержание встречи зависит от человека, с которым вы встречаетесь. Цель встречи с клиентом – дать полную информацию о программе использования продукции. Он уже начал ее использовать. У него уже появились какие-то вопросы. А таблетки жевать или не жевать? А сколько воды, как ее запить? А это за 30 или за 35 минут до еды? Появятся такие вопросы. Чем больше клиентов, эти люди, у кого есть клиенты, они меня поддержат в том, что действительно, да, рассказываешь сегодня вот прямо все досконально, но человек запомнил только одно, что ему утром нужно сделать себе коктейль. И кто-то сделал его с горячей водой, сварил блок, кто-то сделал его наоборот, там еще как-то, что-то добавил не так. Поэтому архиважно и архинужно встретиться в ближайшие там, 48 часов и показать человеку, как это делается, что это, как это работает. И добиться того, чтобы у человека появились положительные эмоции. Значит, и нужно ответить на любые его вопросы. Донести еще несколько идей, как работают и какую пользу могут принести продукты, которые он еще не выбрал. Представить доступные инструменты, веб-инструменты, где найти ответы на вопросы, если они возникнут. И еще раз оставить свой телефон, подтвердить, проверить свою электронную почту, скайп и так далее, чтобы человек мог вас найти в любое время. Это клиент. Цель встречи с консультантом. Помочь правильно начать бизнес. Любой новичок, и я уверен, что вам уже ваши спонсоры сказали, и вы над этим уже работаете, должен начать работать над составлением контактов. Нужно его ознакомить с нашей вот этой вот методическим руководством 8 шагов к успеху. Оно есть у нас в печатном виде, в электронном виде. Необходимо, говорите, мы вам все это направим. Объясните компенсационный план. Если это ваш потенциальный партнер, естественно, человек пришел сюда зарабатывать деньги. И поэтому его понимание того, как работает наш план компенсации, залог
того, что он все правильно поймет и определит, правильно определит свои цели. Помогите, помогите вашему новому консультанту создать план действий и определить цели, которые должны быть достигнуты на ближайшие несколько недель. И очень важно, в течение там, 72, там, 3, 4, 5 дней, чтобы ваш консультант смог заработать первые деньги. Чтобы он увидел, что это довольно просто. Что это довольно просто. Нужно использовать продукт, нужно получать результат, нужно держать в себе положительные эмоции и разговаривать об этом с людьми. И тогда те люди, которые вас окружают, те люди, которые рядом с вами, они захотят чувствовать и выглядеть так же, как чувствуете и выглядите вы. Потом, что нужно еще? Скоординировать время. Так как вам какое-то время, может быть год, может быть 10, может быть 20 лет предстоит работать вместе, поэтому скоординируйте время. Особенно это важно на первом этапе. Вы можете использовать это время, чтобы попрактиковаться, как обращаться, как назначать встречи. Еще раз напоминаю, это бизнес эмоций и отношений. И на этой встрече вы продолжаете их выстраивать, эти отношения, и ваша эмоциональность, она подтолкнет более тесным, более теплым отношениям. Во время встречи очень важно, убедите и убедитесь, что вас, ваш человек, ваш консультант начал использовать продукцию. Помогите ему найти еще 3 человек из числа знакомых и объясните, как использовать социальные сети и другие инструменты по продвижению нашего бизнеса. В общем-то, вот в этом и заключается сопровождение, в этом и заключается построение прочной основы бизнеса. И когда люди начинают делать такие вещи, они становятся лидерами. Они начинают лидировать в своей группе. Будьте примером для подражания. Становитесь лидерами. Становитесь лидерами. Принцип «делай как я», если вы научились делать это все просто, и принцип «делать как я», «делай как я» работает потрясающим образом. Когда у вас это все получается, когда вы умеете назначать встречи, умеете проводить презентации, у вас абсолютно правильная философия, вы действуете, делай как я, вы компетентны, вы читаете книги, посещаете тренинги, вы интересуетесь здоровым образом жизни, помимо наших официальных брошюр, вы читаете литературу специальную, может быть не совсем специальную. Вы тренируете свой ментальный мускул, а наш бизнес, он построен на общении, поэтому ментальный мускул, ваш разговорный жар, это основное, что есть после, что вы используете продукт, вы разговариваете с людьми, вы используете продукт и вы разговариваете с людьми. И когда вы используете, у вас появляется огромный заряд энергии. И те проблемы, которые возникают перед вами, вы начинаете их решать. Вы решаете эти проблемы. Вы не отмахиваетесь от них. Вы, чтобы решить ту или иную проблему, вы задаете себе ряд вопросов. Что я могу сделать, чтобы решить эту проблему? Да? Что мне нужно послушать или прочитать, чтобы решить эту проблему? Кого я могу попросить помочь? Как я могу применить то, что я узнал с пользой для моей команды? И постепенно у вас появляются те самые атрибуты, те самые лидерские качества, которые поведут за вами огромное количество людей, которые будут стремиться становиться похожими на вас. Понимание важности мероприятий и важности поставленных целей. Вот очень важный такой и серьезный пункт. Вы же понимаете, что В этом бизнесе люди, которые пришли к вам, в вашу команду, это люди, вы их чем-то привлекли, вы их чем-то заразили, чем-то хорошим, здоровьем, там, деньгами, там, еще чем-то. Но чем-то вы их заразили. И помогите этим людям с помощью тех мероприятий, которые у нас с вами есть, с помощью наших вебинаров, с помощью всяких конкурсов, которые проводятся сегодня в компании, да, с помощью
больших мероприятий, которые будут у нас проводиться, обязательно будут у нас проводиться. Помогите построить мечту. Помогите построить людям их мечту. Поставьте перед ними цели. Помогите им построить свою мечту. И когда вы поможете им построить мечту, вы построите свою мечту. Вот это качества лидерские. И потом одним из важных атрибутов лидеров является то, что у них есть цели, и эти цели не просто где-то в голове, да, эти цели написаны, они конкретные, с датами исполнения, есть план действий для достижения этих целей. Они ценны, потому что они достижимы, да, тяжелые, но они достижимы. И потом, когда они написаны, они доступны для ежедневного рассмотрения. И вы не представляете, с каким удовольствием вы вычеркнете когда-нибудь, да? Вот вы поставили себе цели, самые нереальные. Я уже вам говорил об этих реальных и нереальных целях, да? Поставили цели самые нереальные. И вот однажды, когда вы прилетели, допустим, со своей командой, со своей группой куда-нибудь в Доминикану, и у вас было написано, что побывать на Карибах и покататься по Карибскому морю на каком-нибудь круизном лайнере, и вы вычеркиваете эту свою цель. Это очень приятно, это очень классно. Значит, вы дошли, вы добились этого. Следующий. Значит, один человек может сделать определенное количество действий. Чем привлекателен сетевой бизнес? Тем, что он дает возможность построить команду. Команду единомышленников. И в этой команде вы можете повторить себя, дуплицировать себя огромное количество раз. И таким образом начать зарабатывать гораздо больше денег. Гораздо больше денег. Чувство принадлежности к команде очень важно. Оно поможет вам построить свой бизнес Wellness Pro. Помните, чтобы быть хорошим лидером, нужно помогать другим достигать их личных целей. И вот несколько, вот здесь вот показаны несколько ключевых моментов, которые нужно, которые нужно сделать для того, чтобы ваша команда была продуктивная, эффективная, рабочая и очень сильная и крепкая. И вот смотрите, советы, которые помогут создать команду. Показывайте правильную модель поведения. Не должно быть негатива. Не должно быть негатива. Уберите из своего лексикона, из своей жизни уберите негатив. Имейте четкое понимание, чего ожидать. Помогите каждому члену вашей команды понять и сделать следующий шаг в достижении их целей. Поощряйте приверженность достижению личных и командных целей. Создайте атмосферу доброжелательности и поддержки. Поддерживайте друг друга и делитесь личным опытом. Ищите тех людей, которые могут помочь вам, могут вас воодушевить, могут вас вдохновить. Будьте готовыми помочь другим, когда вас об этом попросят. Поощряйте творчество. Не нужна самодеятельность, нужно творчество в рамках деловой этики компании Wellness Pro. Поощряйте это творчество. Будьте в курсе индивидуальных потребностей вашей команды. У вас все люди разные, не бывает двух одинаковых людей. Все они разные, у каждого из них свои потребности. Но вот как раз таки лидерские качества и могут помочь вам, в определении вот этих индивидуальных потребностей каждого человека и собрать их и скоординировать в работу команды. Награждайте за командную работу. Будьте внимательны и бдительны. Если возникают конфликты, дай бог, чтобы их не было, но если они возникают, очень быстро нужно их разрешить, погасить. И берите на себя ответственность за тех людей, за ту команду, которую вы создаете, и за тех людей, которых вы привели в этот бизнес. Всегда сохраняйте позитив и будьте действительно наставником. Не ментором, нет, но наставником. И подкрепляйте все свои обязательства действием. Пообещали быть завтра в 12? Пожалуйста, будьте завтра в 12. Обещали с вашим новым консультантом встретиться, записали вы это в ежедневнике?
Постарайтесь, никогда не опаздывайте. Будьте вовремя и помогите человеку, чтобы он увидел у вас действительно надежного товарища, партнера, спонсора. Эффективная командная работа, она имеет очень важное значение для успеха бизнеса. Так ваши усилия умножаются многократно. Однажды такой вопрос. Как в сутках иметь 48 часов? Ну, наверное, да, чисто физически это невозможно. Но если у вас появляется единомышленник, который понимает вас так же, как и вы, понимаете то, где вы находитесь и для чего вы здесь находитесь, то, наверное, тогда вас будет двое, и в сутках уже будет 48 часов. Также их может быть 72, 96 и так далее, и так далее, и так далее. Если в вашей команде 100 человек, то вот вам уже в сутках 2400 часов. За это время можно очень многое сделать. И дальше. Празднование успеха. Празднуйте успех. Отмечайте успех вашей команды. Отмечайте успех ваших людей. Recognition, так это называется. Да, признание. Признание и празднование. Вы понимаете, что признание заслуг за достижения очень сильно укрепляет отношения внутри группы. Это та самая положительная энергия, которая будет течь по всей команде, укрепляя каждого человека. Это очень серьезный стимул и мотивация. Многие, очень многие люди ради того, чтобы получить признание, будут работать очень тяжело. И здесь вот это признание и вот поздравление, празднование успехов людей вашей команды, вашей команды, ваших клиентов создаст ту самую особую среду, вот те самые особые отношения, которые я почувствовал, когда была презентация из Казахстана, вот Надежда проводила свою презентацию, там были фотографии из ее клуба, там где вот даже на фотографиях чувствуется та вот самая особая какая-то атмосфера, особая среда, которая вот она и эта среда, она и будет способствовать той самой преданности и клиентской, и командной. Вашему делу, вашему бизнесу и нашей продукции. Есть очень много способов, чтобы отметить успехи или успешное действие или достижение. Да? Ну, не нужно делать сложные, дорогие подарки. Часто, знаете такую же фразу, да, что доброе слово и кошке приятно. Часто простое признание приносит очень большие дивиденды. Ну, примерный список, да, того, как можно человека подбодрить. Вы, как спонсор, вы узнали впереди планеты всей, вы узнали о том, что ваш консультант квалифицировался на ступеньку Silver консультант, да, или платиновый консультант. Телефонный звоночек. Значит, день рождения, юбилей, отправьте открытку или письмо. Лучше, конечно, если это будет рукописное, но это можно сделать и в электронном виде, но лучше, лучше, в нем есть душа, в нем ваша душа. Отправьте открытку рукописную, поставьте свою подпись, пожелайте человеку успехов, там, я не знаю, ну, чего вы ему желаете, того и пожелайте. Сделайте, в нем будет видна ваша душа, вот в этом письме. На групповых встречах, значит, у вас как минимум раз в неделю, там, а лучше, чтобы это было бы, каждый день или несколько раз в неделю проводятся ваши групповые встречи по и презентации по продукции, по бизнесу. Так вот на этих встречах, на этих презентациях отметьте, отметьте успешных людей, отметьте успешных клиентов. Отправьте клиенту какие-нибудь цветочки, какие-нибудь маленькие подарочки, признание его. Вот он сбросил свои первые 10 килограмм, отметьте эти 10 килограмм. Человеку будет очень приятно, и он будет с вами еще очень долго. Можно сделать какие-то переходящие кубки, можно сделать там подарочные сертификаты, проводить конкурсы и соревнования, можно проводить командные мероприятия и праздники, отмечать вот на наших ежемесячных там или каких-то там интернет-конференциях. Ну, очень много способов, каким образом можно поддержать человека и отметить его достижения, отметить его успехи. И вы очень быстро поймете,
Что вот из этого больше всего нравится членам вашей бизнес-команды? Поскольку вы лидер, вы руководитель вашей бизнес-команды. На что они реагируют? Будьте конкретны, когда отмечаете эти заслуги. Определите вид деятельности. Затем отметьте. Ну и, соответственно, награждение. Награждение, я уже сказал об этих подарках. Да? На самом деле, вот эти самые простые шаги, вот эти 8 простых шагов, да, я о них очень долго говорю, уже там больше, там уже, наверное, 40 минут, но это очень важно, это может вам помочь. Я вас хочу попросить, делайте, пожалуйста, вот эти самые вещи, если вы их начнете делать. Каждому нужно научиться делать эти простые действия легко и просто. И от того, насколько легко и просто вы будете их производить, настолько легко и просто они повторятся в вашей команде. Я желаю вам всем сумасшедшего роста, сумасшедших успехов в плане здоровья и в плане бизнеса. И очень хочу, чтобы это продолжалось очень и очень долго. Спасибо огромное. И если я кому-то помог, я очень этому рад. Ну, а мне в заключение осталось поблагодарить наших замечательных спикеров. Огромное спасибо Ольге Хризантемовне, огромное спасибо Вячеславу. Мы с вами встречаемся в понедельник в 19 часов по московскому времени на интернет-тренинге для наших клиентов, наших гостей, новых консультантов. А в заключение хочу поставить для новых, особенно людей, ролик «Индустрия Wellness», который даст представление о том, чем же мы занимаемся. Спасибо и до встречи в понедельник. Сколько бы вы заплатили, чтобы увидеть будущее? Если вы увидите будущее, воспользуетесь ли вы этим преимуществом? Или это станет еще одной упущенной возможностью? Товары, которые вам следовало бы распродать. Земля, которую вы могли бы купить. Возможность, которую вам стоило бы использовать. Сколько еще шансов появится перед вами? Это может быть ваш последний шанс. Слушайте внимательно. Раз в десятилетие происходит что-то по-настоящему грандиозное. В 70-х – открытие СВЧ, в 80-х – видео, в 90-х – персональных компьютеров и интернет. Люди, которые не упустили шанс в 80-х, стали миллионерами. Люди, которые не упустили шанс в 90-х – миллиардерами. Что, по-вашему, произойдет в следующие несколько лет? В своем бестселлере «Следующий триллион» экономист Пол Зейн Пилзер отмечает, что к 2010 году ежегодно 1 триллион долларов будет приходиться на индустрию wellness, обеспечение здоровых людей продуктами, способными сделать их еще более здоровыми и привлекательными, замедлить старение и предотвратить болезни. Задумайтесь, большинство сфер товарооборота индустрии wellness не существовали всего 20 лет назад. Сегодня их общий ежегодный товарооборот составляет 200 миллиардов долларов, что приблизительно равняется половине оборота автомобильной индустрии США. Сегодня 200 миллиардов в год. К 2010 году 1 триллион. Это 1000 миллиардов в год. Для тех, кто не силен в математике, это 500-процентный рост. Как возможен такой рост? Как можно его предсказать? Люди, родившиеся в период бэби-бума, демографического взрыва. Вы слышите о них в течение 20 лет. Они диктуют правила мировой экономики в течение 20 лет. Не наступило ли время делать вложения? Людям, родившимся в период бэби-бума, сейчас от 37 до 55. Пик заработка денег. Больше денег. Выше покупательская способность. Люди бэби-бума уже произвели бум в жилищном строительстве, автомобильной индустрии, индустрии персональных компьютеров и интернет. Люди бэби-бума и их собственность составляют сегодня 5 триллионов долларов из 10 триллионов американской экономики. Хотя их численность около 30% населения, на них приходится 50% валового национального продукта США. Более того, вскоре они добавят еще 1 триллион к своим ежегодным расходам, чтобы сохранить самую ценную вещь – не компьютеры и дома, а молодость.
молодость, борьба со старением, здоровье, wellness. Следующая грандиозная вещь. В течение следующих 10 лет американцы эпохи бэби-бума увеличат свои ежегодные расходы на услуги индустрии wellness с 200 миллиардов долларов до триллиона. 1 триллион – это 2,7 миллиарда в день, 114 миллионов в час, 1,9 миллиона в минуту. Беспрецедентная возможность для тех, кто способен это увидеть, кто двигается в этом направлении. Как вы можете вложить деньги? У вас 4 возможности. Как врач-практик, как производитель, как продавец, как дистрибьютор. Практики, терапевты, физиотерапевты, целители в следующие несколько лет начнут зарабатывать состояние. Если они смогут оплатить обучение, если они смогут оплатить огромные страховые взносы. Если для них время – деньги. Производство – это отличный бизнес, если у вас есть миллионы, которые вы можете вложить в инфраструктуру, патенты, исследования, перевозку. Продажи через магазины – замечательно, если вы можете позволить себе плату за франчайзинг, работу 7 дней в неделю, рекламу, учет товаров, персонал. Дистрибуция. За последние 30 лет самые большие состояния были заработаны именно теми, кто нашел лучшие способы распространения товаров, а не их производства. Сэм Уолтон, владелец супермаркетов Walmart, Фред Смит, Federal Express и Джефф Безос, Amazon.com. Что общего между ними? Они все являлись дистрибьюторами. Тогда как Уолтон и Смит нашли лучшие способы распространения товаров, известных потребителям, новые миллиардеры 21 века зарабатывают огромные деньги на дистрибуции, обучая потребителей, информируя их о новых продуктах и новых каналах распространения. Бизнес со скоростью мысли. Лучшие продукты. Лучшее распространение. Лучшие возможности. Почему? Потому что 78 миллионов людей с миллиардами долларов наличности на руках не остановить. Они хотят кататься на роликовых коньках. Они хотят водить спортивные машины. Они не хотят стареть. Они готовы заплатить любые деньги, чтобы оставаться молодыми, здоровыми и энергичными. В течение следующих 10 лет эти люди увеличат свои расходы на услуги wellness с 200 миллиардов долларов на сегодняшний день до триллиона. Вы будете к этому готовы? Человек, давший вам эту кассету, может ознакомить вас с моделью распространения товаров в индустрии wellness, которая успешно работает и доказала свою эффективность. Вы можете начать, будучи частично заняты, работая на дому, без больших затрат, без сотрудников и без головной боли, связанной с ведением традиционного бизнеса. Бизнес, частичная занятость в котором может приносить вам от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в месяц и больше. И так как это работа на дому, то вы можете получить привилегии в уплате налогов. Представьте, 1980-й, Билл Гейтс в поисках инвесторов. Он знает, что произойдет компьютерная революция. А что вы будете делать сейчас? Сэм Уолтон основал сеть супермаркетов Walmart в возрасте 44 лет. В 61 он был самым богатым человеком на Земле. А какие оправдания у вас? Очевидно одно. Если вы смотрели эту кассету и были хоть немного внимательны, то вы не сможете сказать «я не знал об этом». Когда ваши дети спросят вас об этом, что вы ответите? Вы будете объяснять, как воспользовались возможностью и преуспели? Или будете оправдываться за то, что упустили шанс? Статистика реальна. Направления реальны. Сроки реальны. Сколько еще шансов появится перед вами? Что бы вы ни делали, не упустите этот шанс.